подругу, великую женщину Санкт-Петербурга, Марина Капура! Ура! Ура! Мы вместе были в Гамбурге, выступали на Ротошной площади, и немцы торчали, как удавы. Слышим, Марина. Да и наши. Марина, где твой кошелек? Так, господа, любезно делитесь друг с другом кайфами, закусками, бутербродами. Женька, они бегут. За уютный дом, в котором мы живем.